помнить, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Все нарушения правил общественного порядка влекут за собой строгую ответственность. Во избежание получения травм соблюдайте правила безопасности на железнодорожных путях. Пассажиры обязаны переходить через железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, дорогами и переездами. Запрещается ходить по железнодорожным путям, переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Помните, движущийся поезд сразу остановить нельзя. Запрещается проходить вдоль железнодорожного пути и вживую метров по крайней рельса. На электрифицированных участках подниматься на опоры, а также прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсам. Приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстоянии ближе 8 метров. Ни в коем случае нельзя двигать по платформам рядом с вагоном, прибывающего и выходящего поезда, а также находиться ближе 2 метров от края платформы во время следования поезда. Прыгать с платформы на железнодорожные пути, самовольно без надобности останавливать поезд стоп-краном, проезжать в поездах в нетрезвом состоянии, курить в неустановленных местах, выходить из вагона при стоянке поезда менее 5 минут, выбрасывать мусор и другие предметы из окон и дверей вагонов. Желаю вам счастливого пути. Уважаемые пассажиры, на первом пути производится посадка на скорый поезд номер 233 с сообщением Архангельск-Москва. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Время отправления 15 часов 15 минут. На первом пути производится посадка на скорый поезд номер 233 с сообщением Архангельск-Москва. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Время отправления 15 часов 15 минут. Помните, неосторожное обращение с огнем в общественных местах влечет за собой тяжелые последствия и невосполнимые утраты. При обнаружении пожара или признаков горения... Пассажиры, до отправления скорого поезда номер 233 с сообщением Архангельск-Москва с первого пути остается 5 минут. До отправления скорого поезда номер 233 с сообщением Архангельск-Москва с первого пути остается 5 минут. Просьба пассажиров занять свои места в вагонах, провожающих покинуть вагоны.